Приветствую вас, уважаемые подписчики. Вы на канале «Стройгарант Анапа». С вами я, Александр Никиенко. Мы вновь в коттеджном поселке Звездный, где у нас активно идут продажи. Я думаю, что люди после пандемии мнимой, там не мнимой, активизировались. И кто хотел приехать в март, апрель, они все здесь, и мы очень хорошо продаем. Готовые дома у нас просто разбирают, как пирожки. Этот дом на 85% уже готов. Это коттедж у нас 125 квадратных метров. Стоимость его читайте ниже. Специально не буду говорить или скажу в конце, чтобы вы досмотрели. Вот. Это у нас коттедж типовой. Участок 5,4. По инфраструктуре это остановка в оба направления отсюда 100 метров. Будет построен магазин продуктовый, автосервис. Пляж 4 километра. Витязево песчаный, хороший, один из лучших пляжей в Анапе. До самой Анапы 8 километров. Также здесь трасса Симферопольское шоссе. Это, пожалуйста, Крым. Развязку делают на Новороссийск. То есть отсюда вы можете добраться хоть куда. Здесь нету туристов, здесь нету какого-то движения, вот этой суеты лишней. Вы будете спокойно здесь жить и выращивать кубанские продукты. 5,4, как я вам уже сказал. 15 киловатт у нас здесь свет, септик индивидуальный, вода центральная. Врезаны прямо в 500-ую трубу. И когда вот летом много туристов, струя, напор не будет маленькой, как в других местах и поселках в Анапе. К сожалению, такое бывает. Давайте посмотрим обзор. Здесь, в отличие от того же, например, нашего типового 130-го проекта, лестница идет в коридоре. Там зала, здесь в коридоре. Все тот же самый бук, самая качественная порода древесины, 120 тысяч рублей. Вот, это для того, чтобы вы могли, ну, разбираться в наших проектах. Также наши проекты есть на сайте sga23.ru. Можете заходить, смотреть в Инстаграме, нас ВКонтакте, мы присутствуем везде. И здесь у нас также зона идет теплый пол. Везде, где плитку вы видите, короче, в наших обзорах, это зона теплый пол. Их три всегда. По вашему желанию можем весь первый этаж, если надо, второй этаж. Многие так и заказывают. Полностью делаем с обогревом. Когда мы сдаем дом, будут установлены радиаторы, котел электрический. И люстру, и сантехнику вы выбираете, мы устанавливаем. Вот, поэтому... Если так вкратце рассказать, то получается высота потолка у нас идет 3 метра. Вы видите, полностью установлены все розетки Schneider фирма. По сплит-систему, по установке сплит-системы тоже поможем. Это у нас есть, все ребята молодцы, никого не обидели еще. Вот. Ламинат у нас 34 класса. Окна двойные стеклопакеты, то есть 3 стекла идут для улучшения шумоизоляции. Облицовка дома. Декоративная штукатурка Баумит – это пыли, влага, грязеотталкивающие свойства, добавлен лак, чтобы не выгорало, не выцветало. Производитель дает 30 лет гарантии. Конечно, мы, честно, я не видел, чтобы 30 лет еще стояли, но это не проблема, если надо там освежить, обновить через лет 15-20. Вот. Давайте посмотрим второй этаж. Оставайтесь с нами, будет интересно.
друзья, при заключении с нами договора, если вы вносите все деньги сразу, у нас есть индивидуальная скидка. Здесь мы видим террасу. Это 20 квадратных метров. Она не входит в общую площадь дома. Если ее утеплить крышу, застеклить, установить сплит-систему, это будет еще 20 квадратов. Мы это не учитываем, поэтому это хороший плюс. Также, уважаемые подписчики, пишите комментарии, что вас интересует, на что более подробно сделать обзор или поговорить с соседями, здесь уже живут семьи, это не проплаченные там люди, они честно, искренне говорят. Также смотрите отзывы на нашем сайте, в YouTube-канале, у нас все это есть, и это реально важно, чтобы были честные отзывы. Как и во всех компаниях, конечно, есть плюсы и минусы, но плюсов гораздо больше, и над всеми минусами мы работаем, устраняем, совершенствуемся и развиваемся. «Стройгарант Анапа» – это лидер на рынке города-курорта Анапы. У нас здесь будет 50 коттеджей, 220 – это Цибанабалка, Жемчужина, Морской 250, точечная застройка станицы Гастогайска. Поэтому выбор у нас большой. Все договора по вашему требованию мы высылаем и отправляем на почту для ознакомления типовые. Вы можете отдать там своим юристам, независимым каким-то экспертам. Мы к этому готовы и уже проходили через это не раз, поверьте. Поэтому звоните нам в офис отдела продаж. Мне было очень приятно делать этот обзор. Всем удачи, всем пока!